Всем привет, меня зовут Павел, добро пожаловать на мой новый канал. И сегодня я решил записать такое видео, подготовить, скажем так, кто как может. Такой мини-челлендж 30-дневный, как раз к Новому году, чтобы прийти в форму. Так что расскажу сейчас, какой выбрал я. Я решил наконец-то все вместе собрать. Хватит переходного моего периода. Я попробую, скажем так, решил попробовать новый челлендж для себя. Убрать вообще все топ-7, которые я снимал в первом видео. Это я убираю полностью пшеничную муку на 30 дней. То есть, как бы, в течение переходного возраста, вкратце так, давайте так. Там пробовал, баловал себя, скажем так. То есть, осознавая, что это вредно, как бы, да, хотелось, то есть... Организм просил, ну, как бы, пожалуйста, он получил. Вот, на эти 30 дней я решил четко убрать пшеничную муку, сахар, алкоголь, естественно, фастфуд, мясо, рыбу. Кстати, да, буду и без рыбы. Вот, уксус входит тоже туда же, уксус не нужен. И, естественно... Все дрожжевое, то есть, как бы, от них вред, они не нужны нашему организму, поэтому дрожжи убираю тоже. Тем более, на самом деле, забегая вперед, я, конечно, не проверял, хочу проверить. Ставьте лайки или пишите, если тоже пройду такой эксперимент, купить бездрожжевой хлеб и посмотреть, насколько он бездрожжевой. По статистике, точнее... бездрожжевой хлеб не должен покрываться плесенью, но почему-то он всегда покрывается в течение какого-то количества времени. Вот, составил такой список, покажу вот здесь такую мини-табличку. Может быть, она немного детская, там не совсем все четко написано, все, что я хотел, но тем не менее я для себя включил именно такой челлендж, убрав все вот эти продукты. Начался вчера, сегодня второе число, записываю видео. Посмотрим, как это будет, буду делиться с вами. То есть до 30 декабря я полностью подойду, и теперь мне не страшны никакие корпоративы, ничего. Точнее, в каком плане не страшны? Не страшны корпоративы, что если там, если туда я пойду, то... Соответственно, я сразу пойду туда только посидеть в компании, повеселиться, там, поиграть в какие-то, может быть, конкурсы, я не знаю. То есть, если буду то, что я сам захочу, точнее, что полезно. Вот. Поэтому, ребята, поддержите, не обязательно так же, кто-то, что может быть одним каким-то продуктом, просто без сладкого, там, без мучного, без алкоголя. Вот. Так что давайте, впереди тем более праздники, все еще все успеют, поэтому давайте на максимально здоровым завершим этот год, подведем итоги и поправим наше здоровье, скажем так. Всегда есть к чему стремиться, даже если кто очень... у кого здоровья очень много. Буду делиться, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите, если кто интересно, какой челлендж еще, может быть, предложит, либо на что он согласился. Так что к концу года подытожим, так сказать. Пока!